В общем, у нас сейчас новость. У нас сейчас будет чипирование и прививка Трампика. Ему сегодня как раз 3 месяца ровно. Сейчас будем все ему делать. Вернее, будет доктор делать, а мы нервничать и держать его. Он уже бегает, все изучает. Все готово. Стол для пациента. Трампик. Трамп. Что? Что, хочешь укольчик в задницу? Сейчас получит и перехочет. Да-да-да. Его держать надо? Да-да-да, будет. Что, вспомнил? Креветка. Как это было в первый раз? Первый не можно. Именно щипит в бешенство. Прижимай так к себе, как ребеночка, и голову вот так. Угу. Держу крепко лапу. Мальчика прошу убрать. Цейц, не дергайся. Держим. Все. Пережил. Небольшая шишка рассосется. Ну да. На. Трампи, кушай. Щипит. Не нравится. Все, Трампи. Да, вот истерика началась. Да, нормально. Чешется. Не нравится. А надолго у него щипать будет? Ну, я сейчас минут 10 пройдет. Все, он тебе больше не верит. Так, после вакцинации не купать, вместо укола не мочить. В контакт с другими животными не вступаем. Сегодня вяленький, завтра вяленький может быть. Угу. Может побольше поспать, поменьше покушать. Угу. Не должно быть рвоты вообще, тем более с кровью. Ага. Кал тоже. Если что, что-то будет, ну пишите, будем разбираться. Хорошо. Дико. Ну не нравится, да. Все, тронь. Сволочи вы, кожаные мешки! Чёрчик, вот когда меня одна собачка покусала... Большая? Да нет, в школе еще было. И таких уколов 8 делали. Ага, мне тоже было. Ага. Такое. В плечо. В плечо, под лопатку, куда-то там еще. И там один укол делаешь, полчаса сидишь, раз одна рука отнялась, потом плечо отнялось. Думаешь, ну все. А чип, что с ним? Он такой счастлив. Горите в аду, кожаные мешки. Не, чтоб мясо дать. Только больно делают. Давай еще кусочек мяса дадим. Прям ты будешь мясо? У нас мясо уже кончилось, дневная норма. Нет. В прошлый раз. Давай мы его потом дадим. Ну, что ты делаешь? У меня руки заняты. Все, не кончат. Все, иди ко мне к себе так же. Рамки. Что он не горит, понимаешь? Ну, понятно. Ему не понравилось. А куда? В лопатку. Ну, вот под кожу. В область лопатки. Нет. Мясо будешь? Дай ему кусочек мяса. Да и пусть ему сделают укол, потом мы это... И к себе так же прижму. Прижмите. Угу. Песик. Извини, будет мне приятно. Так, Сейс. Держи его, он сдастся сейчас. Ну, понятно. Поистине перестанет. Все. Вот теперь иди нервничай. Иди сюда. На. Сколько хочешь. Все хорошо, Трамп. Ну, остался чуть-чуть, пятнышко. Ну, пройди. А лицо укрыть возможно. Ну, там не гладко. Все. Да, вот он так же верещал, когда мы ему когти хотели стричь. Ну, он не так же. То есть он, конечно, и так было тоже. Вы не ведитесь на поводу просто. Мы не ведемся, да. Мы берем себя в руки и... Делайте до конца то, что да. Нужно, и все. Ну, смотри, теперь ему интересно, что еще его ждет. Он ничего не ждет. Ой, прям кровь у него разбрызгивает.
Ничего страшного, да, вон капельки сейчас полетели? Иди сюда. Иди. Стой. Стой. Подержать? Да, это не так. Сесть. Я с тобой церемониться не буду. Там чип-то залез в него? Да. Тут крови сейчас вместе с чипом выскочит. А что он из себя представляет? Там какая-то метка? А, сейчас расскажу. Слушай, стоит спокойно, да? Не совсем. Так, запоминая движение. Все? Он не ушел, чтобы поэтому спокойно стоял. Так, где я выкинул? Там внутри такая маленькая капсула. Угу. Вот, размером вот с этой штуки. Угу. Он имеет электромагнитное поле, угу, в котором записан номер, ну вот этот. Угу. То есть вы приезжаете, там, не знаю, когда полетите куда-нибудь, да, они такие, хоп, прочитали этот код, вбили в базу, угу, нашли, и там данные про вас, сейчас, угу, которые будем заполнять. Ну, то есть это, наверное, как RFID какой-то, да? То есть как место в магазине условно. Да, сейчас даже делают чипы с NFS-меткой. Ну, собакой расплачиваться? Типа того. То есть там, ну вот на айфонах нет, на андроидах можно. Телефон приложил, и там вот выскочило. Ты так нажал и смотришь. Ну, в России пока их нет. Шо? Ну, не обижайся. Вот так вот теперь. Аппетит не пропал? Не, ну это же не моментально. Ну, я что, от стресса. Ой, они стресс заедают. Наоборот. Четвертый же месяц. Да. Угу. Так, у нас получается левая. Это типа куда сделан укол, да? Угу. Куда сделан укол? Да. Кусты у меня ножки? Да, он любит очень носки. Или наоборот не любит, непонятно еще. Ну, хватит. Йося. Трамп. Нельзя. Сейчас санкции против тебя введем. Трампичка. Че? Конечно, ты его последний раз брал и издевался над ним. Нет, что, Трамп. Что? Ты как? Креветка. Ну, маленькая собака. Была большая, еще наш такая килограмм 50. Поэтому их маленькими колят. Хотя потом раз в год. Раз в год надо, да? Да. От бешенства. Там не только, там вот бешенство и инфекции. Все вместе. Комплексом идет. Что это? Отрыжки какие-то пошли. Такой, что мне сейчас еще поесть дадут? Что вы там все жуете, а я? А я? Мне тоже надо. Это от прививки, да, там как-то следующий? Да, от и до, да. Ага. А это все только можно увидеть, существует никакого электронной книжки такой. Электронная у вас чип будет, сейчас заполним. Там он на почту придет,
ссылка. Mm-hmm. Вы будете регистрироваться и в дальнейшем все вакцинации и так далее туда вносите. Mm-hmm. Все, что туда происходит с животным. Mm-hmm. Там кастрация, чипирование, вакцинация и так далее. И если что-то случается с животным, потеряли, да, там, mm-hmm. в клинике нашли, они хоп, открыли, посмотрели, mm-hmm. что это, откуда и так далее. Mm-hmm. И также при выезде. А куда, на какой сайт заходить? Там ссылка придет. Хорошо. Куда придет? На почту? Да. Сейчас будем регистрироваться. А, окей.